много в жизни я сделал, а тебя не сберег. Память резала строчкой, как же я тебя ждал. Из роддома комочком на руках забирал. В день памяти и скорби на площади Славы десятки людей вспоминали самарцев, погибших в локальных конфликтах. Пришел почтить память героев и Андрей Шугалей. Он служил в Кишиневе, когда начался военный конфликт в Приднестровье. Говорит, благодаря быстрому реагированию обошлось малой кровью. Но он никогда не сможет забыть своих друзей, которые погибли, защищая родину. Боец только дураки. Это очень все страшно, когда погибают близкие. Погибает, у меня погибло очень много ребят. И всегда тяжело вспоминать об этом, поэтому ничего в этом хорошего нет. Всегда, конечно, хочется, чтобы можно было улыбались этому солнцу, мирному небу и было спокойствие на нашей земле. Помню Афганистан, помню наших бойцов. Сам не участвовал в боевых рейдах, но занимался другими вопросами, в том числе вопрос обеспечения личного состава, быта, жизни, чтобы им было хорошо, служилось там, в том числе и Чечне, этим же вопросом. Афганистан, Ангола, Ливия, Египет, Иран, Чечня. 18 лет в этот день возле мемориала памяти погибшим в локальных войнах собираются те, кто потерял близких, кто знает о войне не понаслышке. К монументу пришли родные и друзья погибших бойцов, представители городской администрации, кадеты и активисты общественных организаций. Это память, которую мы должны передавать из поколения в поколение. И Самара должна знать своих героев, которые ценой своей жизни защищали наше спокойствие. На траурном митинге прозвучали слова благодарности и признательности всем тем, кто отдал свои жизни, выполняя воинский долг. Сложили свои головы в военных конфликтах. Мы должны с вами всегда думать о них, помнить и передавать эту память нашим детям, нашим внукам, для того, чтобы они знали, что наш народ – это народ героев. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.